Привет, ребята! Вы на канале Питерский обзор игр, и мы снимаем обзор на игру Bounty Basics прохождение в зоом. Я сниму за одну часть и покажу вам кое-какие особенности этой взломанной версии. Так, это у меня как бы установлен мод такой, ну, на взломанную версию игры. Так, сейчас загрузится. Так, ну вот, запустилась, так сказать, загрузилась. Так, вот он нам махает, стучите. Я покажу вам сейчас, так сказать, некоторые фишки мода. Вот так, смотрите, к примеру. Вот этот вот мод, который стоп Bounty, это останавливает Bounty. А вот этот мод, play time ignores you, нас как бы все игнорируют. А вот этот мод... Ноцип. Это мы можем проходить сквозь стены. А Playtime... нет. А вот Mass Genius, я не знаю вообще, что это такое. Ну, видимо, тоже какой-то мод. Ну, не суть. Так, нам надо сейчас вернуться, вот. Ну вот. Решим задание. 7 плюс 3, 10. Это все знают. 1 минус 6. Минус 5. Да, минус 5. Минус 5. 0 минус 8. Равно 8. Ой, 0. Так, и, ну, извините, что так получилось. Так. Bounty идет. You need to collect 2 notebooks before you can use these doors. И смотрите, Bounty тупо остановился. You need to collect 2 notebooks before you can use these doors. Он тупо игнорирует нас. Это вообще круто. И смотрите, вот, сейчас мы, как сказать, тупо решаем все верно. Это вообще круто. Крутой мод. Какая-то реклама тут идет. Ну, не знаю. Так, какие-то... Что-то за звуки, блин. Какие-то звуки, блин, странные. Так, сейчас. Швабра какая-то. Так. Сейчас, да. Так, ребята, извините, что я долго молчал, просто, как сказать, такие дела были. Ну, не суть. Мы дальше проходим эту игру. Можно проходить хоть сюда, хоть сквозь стены, но так неинтересно. Не особо интересно, поэтому отключаем мод. Итак, поэтому сейчас мы решим примеры, ну как решим сказать, ну, типа того. И с этим модом вообще игру просто легко пройти. Мы уже 3 книжки прошли. Так. Ладно, включу все-таки тот мод. Так. Так, что-то залагало тут. А, какой залагало? Блин. Вот, мы можем очень быстро бежать. Это вообще жесть, блин. Так. О, вот новая книжка. Я вам покажу еще, помимо этих, так сказать, кабинетов, еще кое-что. Не знаю, для кого как, интересно или нет, но все равно покажу. Так.
Так, зайдем в этот... это кафетерий. Тут можно взять содовую. И она как бы отталкивает, ну, противника. А шоколадка сейчас продемонстрирую, что делает. Короче, допустим, если мы сильно, как сказать, бежим, ну и поняли, что. Используем шоколад, он нам дает, как сказать, энергию, чтобы мы бежали быстро. А содовая, она, как сказать, ну, отталкивает противника. Ну, короче, героя. Эти, либо же Балди, либо директора. Допустим, как вам продемонстрировать, не знаю. Ну вот. Ну, вы поняли, короче. Однако, я вам ск... верьте моим словам, что она отталкивает Балди или еще каких-то там героев этой игры. Ну, кроме нас. Так, мы уже решили. Мы уже решили 24 книги, походу. Сейчас. Ну, дальше. Ой, какие 4-5 книг. Проходим дальше. О, вот, встретили одного юнита. Так, телефон тут какой-то есть. Ну, продемонстрирую. Если вы встречаете, как сказать, эту девочку, типа. Ну, допустим, отключим мод. И она заставит нас прыгать на скакалке 5 раз. Нужно отпрыгать. Вот, отпрыгали. И идем дальше. А дальше... Так, а дальше что? Дальше проходим игру. Так, тут мы были, кажется. По-моему. Так. Тут Балди стоит, блин. Давайте все-таки включим тут мод. О, вообще ушли. Тут ничего нет. Так, тут кафетерий. О, новая книга. Наконец-то. Тут вообще просто крутой мод. Самый крутой, мне понравился. Так. Нам надо еще, так сказать, одну книжку решить. И игра кончится. Я покажу концовку этой игры. Если кто не знает, то узнайте. Надо только найти тот кабинет, так сказать, где эта книжка лежит. Давайте шоколадку заберем. Директор поймал нас. А нас все тупо игнорируют. Круто. Еще крутой мод. Так, где еще книжка? Были. Вот тут еще. Это последняя книжка, и я покажу, как сказать, что будет, если мы ее решим. Ну вот, решили мы. Так, реклама. Опять эта реклама идет, блин. Нравится она мне. Какая-то игру по миру. Не знаю, что это такое. Ну, не суть. Вот, мы решили искать книжку. Так, извините. Последнюю. Звук странный. Так. Все. Так. Ну, мы решили. И это хорошо. Сейчас покажу вам, все-таки, что будет. Так. Вот, все красное загорелось. И это значит, видимо, что мы, походу, прошли игру. Того. Так. Угу. Да, это мы прошли игру. Насколько я понимаю.
Вот мы нашли игру. Так, сейчас покажу вам. Какая концовка? Вот такая концовка. Всем пока. Вы были на питерском обзоре игр. До новых, как сказать, игр. Всем пока.